Друзья, всем привет! Сзади меня находится рынок Эталон, и это его как бы задний вход. Сейчас мы в ближайшие 1 минуты узнаем, насколько там соблюдаются антикарантинные меры и может ли человек с красным статусом пройти на территорию рынка и заражать всех остальных как бы посетителей. Прошел на территорию Эталона, никто не спросил, есть ли у меня статус безопасный приложения Ошик или нет. Ну вот, ребята, видите, только что еще раз контрольно зашел в администрацию рынка Эталон, и меня там никто не остановил, то есть никто не спрашивает, какой у меня статус, то есть заходи, пофиг, не можешь вообще не соблюдать ни масочный режим, ни приложение Ошик, хотя наша столица еще находится в красной зоне. Я напоминаю, что сегодня у нас 7 октября 2021 года. Нахожусь на рынке Эталон, и меня здесь вообще никто не останавливает и никто не спрашивает, какой у меня статус в приложении Ошик.